сегодня вот тут косил он свежий скос. Смотрю, тут маленькая лежит. Вон, смотри, тут дорога. Тут, ну, нет, не было ничего. Вот она лежит. Мучается. Просит вашей помощи. Ну, вот она. Такая хорошенькая лежит. Подними головку. Бим, черное ухо. Вот. А вот лапки, короче. Вот тут, ну, вот это, короче, сломанное, а вот тут вот растечено. Вот она, маленькая. Вы нашли, что ли? Ну, какой лапу сломанный? Ну, вот, вот это сломанное. Ну, правая сломана, вот нижняя правая. А это вот точно. Тихо-тихо, Сайка, тихо. В левом больше малоберцовой кости. Да? А левый. Ой, больно. И то же самое по второй. То есть обе лапы переломаны, да, у него? Чуть-чуть. Завтра рентген сделаем, более подробно будет. Сейчас. Вот капается малыш наш, немножко ожил, да. Чуточку повеселее стал. Тут тебе хорошо, свежо. Ну что ты? Как ты себя чувствуешь? Задние лапки побриты. Капельница у нас. Малыш чувствует себя уже получше. Кушает. Так что сейчас сегодня взяли анализы повторно. И на днях будут делать операцию. Так вот. Попу помыли. Да, да. Лапки моем, попу. А да, немножко ожил. Конечно, понятное дело. Вот. Капельница капается. Где мой сладкий, как твои дела? Рокки попал к нам в очень тяжелом состоянии. Перелом двух задних лап. Притом на одной лапе два перелома. Тяжелых два перелома и один страшный порез. И все это на фоне пироплазмоза. Сначала лечили пироплазмоз, а затем прооперировали. Лапулечка, все будет хорошо. Да, ты такой молодец, ты такой молодец. Маленький. По видео кажется, что он большой, но он вообще совсем крошка. Маленький-маленький. Он, мордочка его мне прям в руку умещает. Когда к нам попадают такие тяжелые малыши, мы особенно нуждаемся в вашей поддержке и, конечно же, помощи, чтобы их вылечить. Так что вот наши операции прошли. Были три сложные операции. У него было три сложных перелома на задних лапках. Ну, прогноз хороший. Бедро 25 тысяч, а все остальное, ну,
Ну понятно. Алло, да, вот. Так. Малыша опять под капельницей. После глистогонки у него очень много глистов. Вот. После глистогонки немножко слабенький стал. Но после операции чувствует себя неплохо. Даже врачи сказали, встает на лапки. Даже встает. Рока. Рока, малыш. Тут хорошо, свежо. Но не все так хорошо. В дальнейшем возникли осложнения. Следите за выпуском наших роликов. Продолжение следует.